то, что будет мною рассказано, либо совпадение, либо... не знаю, что это. Недавно ко мне стали приводить необычного молодого человека. Именно приводить, идти сам он отказывался наотрез. Вообще от всего отказывался, мотивируя это тем, что он якобы скоро умрет. Зачем мне что-то делать? Все уже решено. Мне 4 дня осталось. Не парьтесь, доктор, я не псих, просто сны вижу. Довольно-таки странно это прозвучало. Сны видят все, но не все их помнят. На вид он абсолютно здоров. По тестам тоже. Никаких признаков психических расстройств не было. Здоровый человек. Вот только... да умру я скоро, умру, ничего не сделать. За 2 сеанса он рассказал мне следующее. Началось это несколько месяцев назад. Был обычный день. Пришел с работы, приготовил ужин. Сделал все дела и спать лег. Приснился мне тогда сон. Иду я, значит, по перелеску. На улице дождь льет, холодно, а я иду, даже понятия не имею куда. Таким вот образом до кладбища дошел. Страшно мне стало, не то слово. Вижу вдалеке, еще люди идут. Много, процессия целая. Подхожу к ним и с удивлением узнаю в этих людях своих знакомых, родственников. Они целенаправленно идут куда-то, совершенно меня не замечая. Остановились метров через 200. У свежей могилы встали. Мне интересно стало, кого же хоронят. Иду поближе, а там я. Для меня могила. И тело мое в гробу. Мое? Мои похороны. Затем я словно попадаю в свое тело. Вижу людей, что собрались вокруг. Только смотрю на них снизу из гроба. Пытаюсь кричать, что, мол, вот он я, живой, живой. А не выходит. Даже моргнуть не могу, что уж про крик говорить. Чувствую, подняли меня, несут куда-то. Гроб несут. Я опять было закричать, а нет, никак. Вижу, что-то сверху на меня падать стало. С ужасом понимаю, земля. Закапывают меня, хоронят. Спустя несколько минут все заканчивается, я просыпаюсь. Каждый день в одно время. 6:17 утра, уж не знаю почему. Ни минуты позже или раньше. Сначала страшно было, а теперь привык. Видно, судьба моя такая. 4 дня еще осталось. Всего 4. Я пытался беседовать с ним, пытался понять, откуда эта навязчивая мысль, но ничего не получалось. Молодой человек был в здравом уме и трезвой памяти. Мы провели еще 3 сеанса, после чего паренька приводить перестали. Мне любопытно стало, куда же он пропал. Да и родители его, ответственные с виду люди, просто так пропускать сеансы не стали бы. В общем, оказалось, что погиб он ровно 4 дня спустя после нашего сеанса. Как он и говорил. 4 дня. По заключению медиков, удушье во сне, задохнулся. Странно, но под ногтями была найдена сырая земля. В легких тоже. Ах да, удалось установить точное время смерти. 6:17 утра.